Всем привет, дорогие друзья! Как и обещал, что у нас выходные, это будут выпуски по открытию сундуков, и вот очередной выпуск. Значит, сегодня, ребята, будет открытие сундуков на аккаунтах у моих подписчиков, которые выиграли в моем конкурсе на 50 тысяч гемов. Будет всего лишь два аккаунта. Значит, кто помнит, кто не помнит, я напомню. В конкурсе было 5 призовых мест. Общий фонд был 50 тысяч гемов. Первое место это 28к, второе место 14к, третье место 6,5, четвертое 2,5. Пятое место был аккаунт. Значит, я не вижу смысла открывать на аккаунте, где 2,5 тысячи гемов. Это всего лишь один легендарный сундук короля, либо несколько сундук фортуны. Но я не вижу тратить, я оставил это победителю, пускай он сам их потратит. Также не вижу смысла тратить на аккаунте 6,5 тысяч гемов. Там также только два легендарных сундука короля. Я оставил его хозяину на его усмотрение, пусть потратит как хочет. А вот аккаунт, где 28 тысяч гемов и 14 тысяч гемов, мы будем делать открытие. Но опять-таки, делать какие-то исключения я не хотел, но придется сделать, так как несправедливо будет, так как я оставил некоторое количество гемов для одних победителей, но не оставлю для первых двух. Поэтому где-то 2-4 тысячи гемов я оставлю и на одном аккаунте, и на другом, для того, чтобы хозяин сам потратил, как и хочет. Хочет на гранды, хочет на сундуки, остальное мы откроем на видео. Надеюсь, все понятно, надеюсь, вы все поняли. Также, ребят, хочу вас попросить поставить лайк, подписаться на канал, если хотите побольше конкурсов на разные розыгрыши, там, аккаунтов, гемов. Ну, в общем, смотрите, если хотите, ближайший конкурс, возможно, в скором времени проведу, если наберем много-много лайков. Итак, ребята, мне, конечно, очень приятно, что, смотрите, аккаунт не сильно прокачан, рекорд у него 3800, находится он на 11 арене, у него не все легендарные карты, поэтому это очень классно, что я ему сейчас выбью эти новые карты, надеюсь, и немножко прокачаю аккаунт. Значит, мы будем открывать не только сейчас легендарные сундуки короля, потому что тут еще видим сундук магического лучника есть, можно выбить новую легендарную карту. Также давайте сразу же откроем легендарный сундук. Значит, сейчас вам прочитаю, что написал мне хозяин. Из легендарных карт он хочет выбирать, сказал, точнее мне, о, выпал ему ледяной колдун. Он сказал выбирать нормальные, я не знаю, что его понятие нормальные карты. И сказал, бревное кладбище нужно. Из редких карт Хок, Валька, Ледяной Голем, Колдун обычный. Из обычных те, что прокачаны, те, что не прокачаны, не брать. Из эпиков Темный Принц и Голем. Вроде бы мне все понятно. Предлагаю начать с сундука, который магический лучник. Выбить ему этого лучника, потому что я ему обещал. Нам буквально 3000 гемов. Опа, с первого же сундука. Круто. С первого же сундука мы ему выбиваем, я так понимаю, новую легендарную карту. Поздравляю. Поздравляю тебя, Владислав. Так, кстати, насчет победителей. Победителей я выбирал на стриме. Стрим я публиковал в паблике. Я показывал, да и в принципе, я скидывал скрины тоже в паблике, где выбирал победителей. Но из-за того, что было много хейта, я не стал это давать какой-то огласке, загружать на канал, потому что большинство людей, которые не выиграли, начали меня хейтерить, мол, я в чем-то виноват, что рандом выбрал не их. Поэтому, дабы избежать вот этого всего говна, я не стал это какой-то давать огласке и там на канал заливать результаты. Это надо было прояснить. Итак, теперь, значит, погнали легендарный сундук короля открывать, да, я думаю, что это лучший сундук, который мы можем открывать. Кстати, что у него тут в сундуке фортуны? Пека и молния, ну такое. Все, поехали, пацаны, поехали, 4000 золота, так, комонки, он сказал брать, которые прокачаны, но тут не, обе не прокачаны, ладно. Так, гиганта берем, дальше, так, ну я возьму лучниц, дальше возьму Теслу. Следующая карта, Валькирию он говорил. Итак, ведьму возьму, потому что он говорил брать те карты, которые, хотя из эпика он сказал мне только Темный Принц и Голем, ну ладно. Итак, Леги, ему надо новая карта, бревно, либо кладбище, либо нормальные Леги. Ну вот как понять, какая из этих Лег нормальная? Ну у каждого свои предпочтения, правильно, вот у каждого свои нравы. Вот мне, например, больше нравится Громовержец, кому-то нравится больше Лава. Какую мне выбирать, Владислав, непонятно. Ребятки, я выберу лаву, не знаю, с этим можно спорить, но я выберу лаву. Это все-таки танк, с этой картой можно сделать крутую колоду. Громовержец, ну хз, опять же таки, тут можно на этот насчет спорить, на этот момент. Но он мне не сказал брать приоритет, каких карт у него есть. Он сказал бревно, либо кладбище, которых нету. Все остальное я буду брать на свое усмотрение. Так, из комонок он сказал брать то, которое не прокачано. Так, дальше, ну, варвары возьмем. Ракету. Так, ракету.
Дальше. О, принц. Ему выпал принц, он его просил. А, не, он темного просил. Ну, неважно, мы обычного принца ему на 5 уровень прокачали. Так, смотрим, какие леги. Ай, блин, как подлагивает. Бревно, Владислав, я тебя поздравляю. Мы тебе вторую легендарную карту выбиваем в твою коллекцию, которую у тебя, в принципе, не было. Дальше едем. 4000 золота. Валькирию он просил. Банду гоблинов возьму. Возьму рыцаря, так как видим, что он прокачивает его. Он говорил обращать внимание на те карты, которые прокачиваются. Тут, наверное, без разницы. Тут, я думаю, печь лучше взять. Здесь. Ну, ребят, большинство, опять же, разделят мое мнение и скажут, что армия скелетов топчик. Но я с этим не согласен. Хороший аналог — это банда гоблинов. Армия скелетов хороша на низких аренах, поэтому я возьму шарик. Шарик вот действительно хорош. Вы опять можете со мной не согласиться, но уж поверьте мне, армия скелетов — это не топчик. Хотя неплохая карта, но на низких аренах. Так, пламенный либо... либо лучник. Ой, слушайте, трудный выбор, на самом деле. Я до сих пор не разобрался с новой легендарной картой. Я не знаю, кто-то говорит, что она ни о чем. Блин. Ребят, я нажму одновременно на две леги, которая выберется. Пускай будет рандомно. Оп. Я, честно, нажал одновременно, а там, ну, наверное, на миллисекунду нажал быстрее на пламенного. Потому что трудный выбор, я не знаю, честно. Себе бы я, наверное, выбрал... я не знаю, что себе. Наверное, пламенного, потому что он у меня на 5 уровень там уже. Так, ледяного голема он просил. Колдуна просил, хотя я взял бы гиганта, если бы он не просил колдуна. Ну ладно, берем колдуна. Вы помните, я вам называл список которых, тех карт, которые он хочет. Так, дальше. Выбираем рыцаря. Берем принца и еще леги. Блин, как же классно, да, вот так вот фармить леги. Тем более парень никогда не донатил. Бандитка либо гром. Так. Опять-таки сложный выбор. Возьму бандитку. Возьму бандитку. Так, поехали. Еще 17 тысяч гемов. Блин, это много. Пека, ну тут одна штука всего лишь. Блин, я бы взял ракету. Он написал из редких карт: Хок, Валька, Ледяной Голем, Колдун обычный. Ракеты в этом списке нету. Ледяной Голем, окей. Беру, значит, Ледяного Голема. Так, Фаербол. Тут принц. Зачем ему сколько принцев набрал? Не знаю, зато он его может на 6 уровень уже скоро прокачать. Так, леги. Так, что у нас тут? Шахтер и пламенный. Пламенный уже доступен. На следующий уровень возьму шахтера. Шахтера возьму. Хотя они оба доступны. Ну, то есть они оба второй уровень, да? Да. Одинаковое количество карт. Просто шахтер прокачан, пламенный нет. Так, зап. Бомб. Ой-ой-ой, надо было брать другую карту. Так, что он говорил? Валька. Мега миньона в списке не было. Берем Вальку. Так, копейщики. О, ракету. Ракета круто, уже 8 уровень, 4 карты. Опа, голем. Голем, он просил темного принца и голема. Вот он, голем, уже на 5 левел. Замечательно, замечательно. Смотрим дальше. Что нам тут из легендарных? Бревнишка либо спарки. Ребят, наверное, бревно. Бревно, да, получше будет. Итак, что у нас еще? 12 тысяч гемов. Блин, вот повезло победителю. Реально много выиграл гемов. И хорошо прокачает свой аккаунт. Так, берем орду миньонов. Здесь берем... Ай, он же просил ледяного голема. Ну, ребят, ну я думаю, что ледяной голем на 7 уровень уже доступен, да? Хотя, ладно, он просил, а я вот взял другую. Ну, я думаю, он меня простит. Шарик либо Poison? Poison, друзья, Poison. Я случайно, Владислав. Надеюсь, ты не будешь... на меня обижаться. Так, я возьму шахтера. Да, возьму шахтера. Я думаю, ты не будешь обижаться, потому что, ну, если бы, думаю, не мой конкурс, у тебя бы не было вообще этих бы карт. Поэтому, извини, что взял случайно не ту карту, которую ты просил. Так, тут голема берем. Ой, фриз. Так, ракету. Ой-ой-ой, не лагай, пожалуйста, не лагай. Ну, чё ты лагаешь, ребят? Лагает, вижу экран. Буду помедленнее открывать. Так, леги. Смотрим. Лава либо бандитка. Блин, сложно. Я возьму бандитку. Мне эта карта больше нравится. Да. Так, ну что, осталось 7000 гемов. Давайте еще один или два сундучка откроем и будем завершать на этом аккаунте. Потом следующий аккаунт 14000 гемов. Так, скелетик, один эликсир. Тут бомбежка. Тут охотник. Итак, следующие две леги.
Призрак, либо же Ледяной колдун. А чё мне не показывает сколько... А чё такого? Почему не показывает, какой уровень? И... Блин. Ну, я возьму призрака, наверное. Не знаю. Я не знаю, сколько призраков. О, нормально, угадал. На второй уровень призрак доступен. Итак, у него осталось 4800 гемов. Мы ему не выбили еще кладбище, поэтому давайте еще один сундук. Еще... Ой, что я нажимаю? Еще один сундук и все остальное, что останется, пускай тратит он сам, куда хочет. Так, тут возьму, наверное, дракошку, он на новый уровень его сможет прокачать. Тут возьму яд, тут безусловно, тут так, тут тамба. Арбалет, и дайте кладбище, ну же, дайте Владиславу кладбище, чтобы все было вообще прекрасненько, просто вообще, ну это как под заказ, ребят, как доктор прописал, кладбище получает у нас Владислав, и мы ему сегодня, ребята, выбили все леги, недостающие на его аккаунте, мы ему даже выпили магического лучника, который еще в игре, по-моему, не появился, да, или он уже появился в игре? Блин, я просто за этим не слежу, но у меня с испытания я его выбил, поэтому я не в курсе, что с этим лучником, он уже доступен или нет. Ну, вот с этих сундуков я знаю точно, что можно выбить, а так, без понятия. Ну что, Владислав, я думаю, что ты доволен, смотри, как мы прокачали твою карту. К сожалению, не выпал нам только из того списка, который ты попросил, из эпиков «Темный принц», из... Кстати, из редких карт Хок ни разу не падал. Но, я думаю, не важно, потому что у тебя колода с големом вот неплохая. Прокачаешь ракету, прокачаешь голема, по-моему, на 2 уровня, да? А не, на 1. Дракончика прокачаешь и будешь тащить. Все, ребят, на этом буду завершать выпуск. Вы думали, точнее, я думал, что вставлю, наверное, еще открытие, где 14 тысяч гемов будет. Но нет, ребята, я этот выпуск оставлю, наверное, на следующий день. Ну, либо чуть попозже выпущу, потому что, ну, этот ролик и так уже длится 12 минут. Если я буду еще и на том аккаунте минут 10 открывать, это, блин, будет слишком долго. Поэтому, если вы хотите как можно быстрее, чтобы выпуск вышел, где открываю на 14 тысяч гемов, опять же, там интересный аккаунт, посмотрим, что мы выбьем ему. Ставьте Лукас, подпишитесь и нажмите на колокольчик, потому что выпуск выйдет в ближайшее, ребята, время. На этом буду завершать. Спасибо всем, кто участвовал в конкурсе, хочу сказать. Поздравляю победителей. Я думаю, что победители будут довольны, потому что это все бесплатно для них. Просто нужно было подписаться на канал, поставить лайк, сделать репост, да? Если вы ждете еще таких подобных конкурсов, дайте мне об этом знать. По лайкам, дизлайкам я определю. Все, друзья, на этом завершаю. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.